Итак, дорогие друзья, представляю вам нашего партнера из Казани, сертифицированного внедренца системы UDS в разные сферы бизнеса. На сегодняшний день Булат прям четко специализируется на хорике, но тем не менее мы же знаем, что UDS продаем мы все-таки не бизнесу, а предпринимателю, который ищет для себя интересные инструменты. И поэтому Булат расскажет сейчас кейс сети ателье и химчисток «Профимастер» в Казани. Булат, просим тебя, пожалуйста, рассказать нам, чего добилась сеть химчисток с помощью UDS. Я удаляюсь. Благодарю, Равиль, за представление. Доброго дня еще раз, коллеги, рад вас всех видеть, присутствующих, уважаемые друзья, партнеры, гости, предприниматели. Сегодня для меня честь представить вам кейс сети ателье и химчисток город Казань под названием «Профимастер». Немножко о себе расскажу. Предприниматель с 2014 года, в прошлом совладелец рекламной кампании, совладелец бизнеса по продаже финансовых услуг. Также сегодня являюсь основателем собственной консалтинговой компании Smart Marketing. Вхожу в холдинг профессиональных внедренцев лаборатории эволюционных решений. Являюсь также аккредитованным разработчиком сервиса UDS по внедрению. Клиентский портфель более 50 компаний. Из них более 30 реализованных успешных внедрений. Подписывайтесь на мой Инстаграм. Вот здесь он указан. И в конце, кто это сделает, также будет еще раз ссылочка. Для того будет подарок, как соединить Инстаграм и UDS, как усилить эти два инструмента для того, чтобы увеличить продажи в бизнесе, друзья. Поехали. Компания «Профимастер» использует сервис UDS более 3,5 лет. И сегодня... По состоянию на 20 марта мы рассмотрим их результаты. Значит, вот обратите внимание, их сайт и QR-код. У кого есть приложение UDS, сканируйте и присоединяйтесь. У кого нет, скачивайте и тоже присоединяйтесь. Немножко о компании в двух словах. На рынке 2011 года на сегодняшний день сеть из 15 филиалов. В каждом филиале посменно работают два администратора по работе с клиентом. И также есть швеи, которые... выполнять непосредственно работу. UDS они приобрелись в декабре 2017 года, и каналы привлечения клиентов, сайт Instagram и проходящий трафик. Вот так вот выглядит стилистика брендирования ателье. Обратите внимание, очень стильно, современно. И вот это вот как раз на нижних фотографиях два администратора, которые принимают заказы и рассказывают в том числе о бонусной программе компании «Профимастер» UDS. Значит, что было до внедрения CRM UDS? Клиентская база ввелась в Excel, и, соответственно, были с этим достаточно большие трудности сбора, потому что администраторы записывали каждого клиента в тетрадочку, и потом это все нужно было переносить. До внедрения UDS использовались скидочные карты 5%. Я прошу внимания обратить вас на эту цифру. Мы о ней чуть подробнее поговорим позже. Также было всего 5 филиалов. Отсутствие вообще какой-либо системы учета продаж, то есть какой-то кассово-учетной системы и так далее. И, естественно, так как цифровка клиента не производилась, и отсутствовала какая-либо связь, прямая коммуникация с клиентской базой. И в том числе, так как не было системы учета, у бизнеса отсутствовало понимание об основных показателях среднего чека, оборота, количестве продаж, потери от скидок, рекомендации таких показателей, как LTV, возвращаемость, NPS, индекс лояльности покупателя и так далее. Значит, что же мы сделали, для чего мы, какие цели расписали, когда приобретали UDS? То есть понятно, что в первую очередь автоматизация учета. Так как не было учетной системы, UDS в том числе решил в основном и эту задачу. А естественно, оцифровка и ведение клиентской базы, переход от скидок на гибкую бонусную систему с технологией win-win, выиграл-выиграл, то есть это и предприятие выигрывает, и клиенты выигрывают. Эффективная коммуникация с клиентской базой в обе стороны, оценка эффективности рекламных каналов, то есть нам важно было понимать, куда нам вкладывать деньги для того, чтобы привлекать в том числе новых клиентов, и инструменты для масштабирования. Бонусная программа, вернее, модуль бонусной программы в UDS для компании «Профимастер» выглядит следующим образом. Это накопительные бонусные скидки от 5 до 20%.
реферальная программа 10-3-2, то есть 10% с личных рекомендаций, 3 на втором уровне, и друзья друзей уже это 2%. Баллами можно воспользоваться, коллеги, 100%. Вот это важно. Обратите внимание, то есть предприниматель на протяжении 3,5 лет остался настолько лоялен, что сохранил бесплатное потребление, значит, баллами услуг ателье. Единственное условие – баллы можно списать от 300 рублей. И каких же мы добились результатов? В пандемию мы сохранили продажи, правда, не в том объеме, в каком они были до этого, но мы, по крайней мере, за счет оцифрованной клиентской базы и коммуникации с ней продолжали шить и доставлять, допустим, маски, да, которые стали очень актуальными, также изделия, матрасы для лашмейкеров, пижамы и так далее. Общие статистические данные. Обратите внимание, клиентская база 36 730 клиентов оцифрована сегодня в UDS. Причем с учетом оцифровки клиентов и общего количества продаж, прошу обратить внимание, я выделил красным, что процент оцифровки сегодня составляет 30. То есть 30% всего клиентов и продаж оцифрованы через UDS. Также персонал, как и у предыдущего спикера, в этом бизнесе составляет 50-60+, клиенты чуть-чуть помоложе, но тем не менее. Обратите внимание, выделил на синем количество баллов, которые потратили клиенты, 1 900 000. При этом была сформирована выручка 40 миллионов, то есть трата 1,9 миллиона баллов сформировала выручку 40 миллионов. И обратите внимание, значит, еще на руках у клиентов 4,6 миллионов баллов. То есть, представляете, если они придут тратить, то пропорционально 40 миллионам они заработают где-то еще раза в 2,5 больше. Очень интересно. Ну и по количеству клиентской базы мы сэкономили на выпуске дисконтных карт более 700 тысяч рублей. Помните, я говорил про 5% скидки? Обратите внимание, сегодня процент потери от скидок составил также 5%. Но не в деньгах, как раньше, а в услугах, что намного выгоднее для бизнеса. Причем общие затраты на маркетинг, если посчитать все уровни и статусы бонусной программы в этой компании, то они составят 20-25%. При этом баллы тратятся всего лишь в 5%. Да? То есть это значит, что прямую скидку 5% в деньгах мы заменили 5% в услугах и при этом выиграли достаточно большое количество денежных средств. Это будет на последнем слайде экономическая эффективность. И прошу вас запомнить, да, при маржинальности 40% этого бизнеса в любом случае раздавать скидки в услугах гораздо выгоднее, коллеги, чем в деньгах. Значит, мы видим всех своих клиентов, кто сколько покупает, и достаточно большое количество возвращается, потому что бонусный модуль в системе UDS, так скажем, привязывает, да, клиента. Когда есть бонусы, человек возвращается их потратить. Это эффект бонусной программы, именно поэтому крупные компании «Магнит», «Пятерочка», «Карусель», «Спортмастер» и другие, «Лукойл», «Ирбис», «Шелл», «Красное», «Белое», они все используют мобильные приложения в своем бизнесе с бонусной программой внутри. Обратите внимание, коллеги, с цифровой сарафан. В среднем приносит более 1000 клиентов новых в год без затрат на рекламу. И мы здесь как раз можем с помощью UDS еще и посчитать, а сколько же прибыли приносит вот этот вот цифровой сарафан, усиленный с помощью сервиса UDS. Более 1,2 миллиона в год, друзья. Кто бы из предпринимателей отказался более 1 000 000 рублей дополнительно в своем бизнесе зарабатывать за год без затрат на рекламу? Я думаю, ответ очевиден. Движемся дальше. Возвращаемость покупок. Если предыдущий спикер говорил о тех клиентах, которые купили 5 раз и больше, мы здесь, так как услуга ателье – это не слишком потребляемая, это не ресторан или не продукты, которые можно заказывать, мы здесь посчитали от 2 покупок и больше. И таким образом получили очень интересную цифру в 7 миллионов в год. Я думаю, это тоже эффективно. Оценка эффективности рекламных каналов. Вот обратите внимание, мы оцифровали разные источники рекламных каналов. Это Инстаграм, это и Дубльгиз. И мы видим, что реклама на самом деле, друзья, работает не очень эффективно. Но выручка за счет того, что в самом UDS все больше появляется инструментариев для того, чтобы приходили новые клиенты, их становится все больше. И в нашем случае 1 600 000 за 3,5 года предприниматель получил только за счет органического трафика приложения. Потому что
мы говорим о том, что UDS не является генератором трафика, но все больше и больше появляется компаний в городах, когда клиенты скачивают где в ресторанах, в автосервисах, в салонах красоты, начинают присоединяться, искать компании приходят клиентами в новую компанию, которая приобрела себе UDS для развития бизнеса. Движемся дальше. Оценка эффективности работы сотрудников. Но об этом было сказано достаточно много предыдущим спикерам. Мы видим оценку, средний чек, количество продаж, отзывы, сумму по продажам и так далее каждого сотрудника. Также мы реагируем на оценки качества. Про обратную связь тоже было многое сказано. Более 6500 оценок качества. Это, представляете, каждого покупателя превратить в тайного или профессионального тайного покупателя нанимать за деньги. И мы здесь видим, что 4,9 из 5 составляет при таком большом количестве объеме продаж клиентов оценка, общая оценка данного бизнеса, сервиса, качества и так далее. Они приобрели также себе новый формат коммуникации с клиентской базой в виде пуш-уведомлений. Напоминаю, кто не знает, в UDS можно делать несколько видов рассылок, и вот только базовые из них, не буду подробно останавливаться, сфотографируйте, кому это интересно, как эффективно коммуницировать с клиентской базой. Более того, у меня есть отдельный на эту тему вебинар часовой, где я рассказываю, а как именно сегодня нужно коммуницировать с клиентской базой, чтобы увеличить продажи. Что самое важное, в UDS есть сегментация или по-другому таргетинг. Что это значит? Это значит, что мы можем группировать различные группы клиентов, таким образом им отдельную информацию слать. Почему люди многие не любят смс-ки, какие-то WhatsApp, там, Telegram рассылки, потому что та информация, которая уходит от компании в сторону клиента или потенциального клиента, она является некой такой массовой. Люди сегодня любят персонализацию, личное какое-то непосредственное отношение. И мы через UDS можем сегментировать, так как у нас есть вся история покупок от каждого отдельного клиента, мы можем их группировать и отдельную информацию им направлять. А мы можем сработать с людьми, которые к нам присоединились, но ни разу не купили. Или те, кто купили один раз и пропали на год-два. Что-то с ними интересно сделать, подарить им подарок, написать им отдельное сообщение и так далее. Это очень эффективная, коллеги, история. Прошу обратить внимание именно вот на это. Вот так приходит на телефон пуш-уведомления. Здесь скрин от разных компаний. Ничего особенного. Прямая коммуникация выглядит именно так. Как данная компания ProfiMaster скоммуницировала, да, с клиентской базой? Вот такие вот уведомления, то есть справа видите суперакция, новость с уведомлением, когда мы отправляем какой-то продающий контент. Слева здесь бумеранг добра, когда мы свою клиентскую аудиторию вовлекаем в некую такую благотворительную историю по сбору вещей для малоимущих. Что интересно, профессиональное внедрение данная компания UDS взяла по истечении 3 лет работы самостоятельной. Его делал ваш покорный слуга Булат Шайхуллин. Вот здесь есть мои кейсы, мои специализации, мои клиенты и так далее. Значит, во время внедрения что мы сделали? Мы скорректировали настройки бонусной программы, обновили полиграфические материалы, которые являются точкой касания с клиентом, сделали профессиональное обучение сотрудников, провели аттестацию, провели кросс-маркетинг с сетью кафе и устроили конкурс рекомендаций. Это, друзья мои, не весь перечень, это основополагающие моменты, на которых бы хотел сделать акцент. Что мы получили? 221 нового клиента, повысили средний чек на 19,5% и повысили конверсию оцифровки базы клиентской с 30 до 80. А теперь немножко про цифры. Средний чек до внедрения составлял 563 рубля, а после внедрения 673. И это, друзья мои, всего лишь за один месяц. Вот здесь мы видим на двух слайдах оцифровка клиентов и оцифровка продаж. Вот это вот справа всплеск оцифровки регистрации и всплеск такой продаж. Это вот как раз результат профессионального внедрения в данную компанию. Значит, провели кросс-маркетинг с сетью кафе, мы сделали вот такую пушку, отправили, когда порекомендовали своим всем клиентам наших друзей, это сеть кафе, суши-баров, маки, семейные кафе. Часть перешла по ссылке и часть еще получала сертификаты номиналом 500 рублей при покупке от 1000 рублей. Что интересно,
Средний чек, там помним, да, 600-700 рублей, мы сделали условия от 1000 рублей получи сертификат в сеть кафе. И получили дополнительную выручку почти 23 тысячи за месяц, и привело это нам 88 новых клиентов. Конкурс рекомендаций мы провели и получили 133 новых клиента. Причем вот такое вот пуш-уведомление мы им отправили. Значит, условия, как делать, что он получит, и разыграли смартфон за рекомендации. Вот, друзья мои, прошу обратить внимание, общий суммарный экономический эффект от применения UDS. Экономия на выдаче дисконтных карт. Если бы предприятие данные карты просто выпускало, и, значит, были на это затраты. Если бы они... Вот, помните, я про 5% говорил скидки? Вот это третий пункт, замена скидок на бонусы принесла компании более 5 миллионов рублей за 3,5 года. Это сложные математические расчеты, здесь я их попытался объяснить, но вот это вот 5% скидки заменили на 5% бонусами, и обратите внимание, сколько мы получили выгоды. Органический трафик через само приложение принес 1 600 000, экономия на рассылках принесла просто гигантскую сумму, потому что вы видели количество клиентов в базе, 36 тысяч. Мы посчитали, что так как в сервисе UDS есть две бесплатные рассылки в неделю, мы умножили это на клиентскую базу и на количество недель использования. Рекомендации принесли 3,9 миллиона, а от повторной покупки возвращаемость клиентов принесли 26 миллионов. И вот мы видим интересный результат в формате 73 миллионов рублей. Вывод. Система UDS являлась масштабированием бизнеса, то есть заменила различные скидочные программы, систему учета, сократила затраты, но самое главное, сегодня компания упаковывается во франшизу, и это явилось основой, UDS явилось основой для масштабирования, потому что у собственника сложилось понимание, кто его клиент, сколько продаж, куда идти, куда развиваться и так далее. Опять же, присоединяйтесь к данной компании, вот их QR-код, по вопросам франшизы тоже пишите в UDS. У меня на этом все. Друзья, буду рад вопросам. Постарался максимально быстро осветить результаты данной кампании. Буду рад быть полезен. Булат,